Всю ночь коммунальные службы устраняли последствия крупной аварии в рабочем поселке Теренга Ульяновской области. Напомним, прорыв на теплотрассе случился накануне. Без тепла осталось 14 многоквартирных домов. И это при аномальных морозах за окном. Ночью температура воздуха в Теренге опустилась до -37 градусов. На место срочно выехал губернатор Сергей Морозов, где встретился с оперативным штабом. Сотрудники МЧС доставили на место тепловые пушки и тепловентиляторы, чтобы не дать замерзнуть местным жителям. Всего 80 квартир. Вот спасает то, что во всех домах смешанная система отопления. Поэтому где-то в подъезде организовали работу пушек. По информации Министерства энергетики и ЖКХ Ульяновской области, монтаж завершился к 9 утра сегодняшнего дня. На данный момент восстановительные работы завершены, начался пуск тепла в дома. Глава региона поручил предусмотреть все тарифные вычеты по теплу и электроэнергии для жильцов. С жителями ведется постоянная связь через социальные сети, при личном контакте, обходится администрация, лично вновь стабилизируется, уточняют состояние, организованы горячие линии. Бригады работали всю ночь посменно. Прорыв произошел под дорогой. Из-за сильного промерзания грунта ремонт проводился по технологии труба в трубе, когда в действующий трубопровод проводится труба меньшего диаметра. Таким образом, под дорогой коммунальщики смонтировали около 30 метров трубопровода. Новости Улправда ТВ.